Вас приветствует канал «Влюбленные в путешествия». Сегодня мы говорим о сувенирах. По статистике, в основном туристы тратят на сувениры не более 50 евро. Что же чаще всего привозят из дальних стран? Открывает наш топ, конечно же, магнитик на холодильник. Отвечает всем требованиям идеального сувенира, стоит недорого, место в сумке занимает минимум, имеет красочную надпись с указанием страны приобретения, подойдет для любого интерьера. На втором месте расположились сувенирные брелочки, на которых болтаются фигурки либо популярных местных мифических персонажей, гномики, дракончики, ведьмочки, или архитектурные шедевры Эйфелева или Пизанская башня. Третье место разделили декоративные тарелки и чашки. На четвертом месте всевозможная съедобная мелочь – печенье, конфеты, чаи и специи. На пятом собрались пользующиеся примерно одинаковой популярностью украшения, бизнес-сувениры и посуда. Сегодня, к сожалению, сувенир перестал играть роль грелки для души, ведь раньше всякие милые вещицы грели воспоминаниями. Сейчас же большинство сувениров производится на растущую потребность рынка и без особого смысла, лишь бы поярче да подешевле. Поэтому найти поистине уникальную вещь на память о чужой стране будет очень сложно. И к тому же нужно знать места, где спустя час рытья в безделушках найдется что-то этакое. А что вы привозите из сувениров? Поделитесь в комментариях к видео и путешествуйте. От путешествий только польза.